Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Arbat Homes, и меня зовут Светлана. И сегодня мы с вами посмотрим эксклюзивный вариант проекта, который ждали все. Это проект на самом берегу моря. Об этом чуточку позже. Для начала я напомню вам, что в конце октября мы полетим в Украину и будем там несколько дней в Днепропетровске, а потом в Киеве. Для того, чтобы узнать подробности и записаться на индивидуальную консультацию, обязательно пишите в WhatsApp, Viber или Telegram о Сымбею. Там у вас будет возможность познакомиться с ним лично. Ну, а теперь о комплексе. Действительно, это уникальная возможность приобрести квартиру на самом берегу Средиземного моря. Здесь, что называется, самая первая линия и поистине великолепные виды. Море и вековая крепость. Все будет у вас каждый день. Комплекс будет иметь королевскую, полную, очень-очень насыщенную инфраструктуру, а также великолепные интерьеры, эргономичные планировки, очень красивую территорию. Подробности сейчас. Невероятные видовые характеристики, впечатляющий дизайн и архитектурные решения. Интересные интерьерные находки. Огонь и вода делают пространство изысканным, а бассейн необычным. Это нулевая линия, впереди только пляж. Ландшафтный дизайн. Уютно и в то же время очень стильно. Внешняя и внутренняя инфраструктура премиум-класса. В том числе крытый бассейн, спа, детский клуб, лобби, красивое кафе и даже кинотеатр. Закрытая охраняемая территория, 50 квартир и подземный паркинг. Интерьеры холлов достойны восхищения. Тренажерный зал профессионально оборудован. СПА изысканно оформлено, есть хамам, сауна и релакс-зоны. Расположение комплекса на редкость удачно, вблизи лучшей локации Алании, вид на Кале и великолепный пляж. Планировки квартир разнообразны и эргономичны. Качество в деталях. Современные материалы, кухонный гарнитур до потолка, панорамные окна, шкаф в спальне в подарок. Строительство началось и завершится в октябре 2023 года. Это поистине квартиры мечты, прямо у моря. Друзья, восхитительный, роскошный комплекс встанет вот здесь, на этом месте. Он будет состоять из двух блоков, каждый по 5 этажей. Площадью 1426 квадратных метров. И территория будет включать восхитительную, поистине королевскую инфраструктуру. Квартиры же в этом комплексе по большему счету все видовые. И разные-разные варианты. Например, квартиры 1 плюс 1 от маленькой площади 53,5 квадратных метров. 2 плюс 1, конечно же, побольше от 82,5 квадратных метров. Ну а дуплексы в различных вариациях, разной площади, но все дуплексы видовые, они будут смотреть на море и вековую крепость. Этот поистине королевский комплекс роскошной инфраструктуры разместится в очень удачной локации. Цены вам обязательно подскажу. На сегодняшний день квартира 1 плюс 1 стоит от 149 тысяч евро, а квартира 2 плюс 1 от 200-204 тысяч евро. Все подробности можно узнать по телефону, который вы видите внизу. Ну а еще одна важная информация. Напомню, дорогие друзья, если вы хотите узнать все подробности из первых рук, все о недвижимости, оформлении ВНЖ, получении гражданства в Турции, имейте в виду, наша команда в конце октября выезжает в Украину. 22, 23 и 24 октября мы будем в Днепропетровске, ну а 25 и 26 октября в Киеве. Там вы сможете лично пообщаться с владельцем нашей компании АСМБМ. Для этого нужно записаться в WhatsApp, Viber или Telegram, и номер у вас на экранах. Удачи!